Вот продолжаем сегодня 22 июня, вечер, уже после ужина, время 9 час, 29 уже. Вот пришел брат Никита, Никита Андреевич Колесников, и организовал футбол у ребятишек. Вот, играет бадминтон. Че он, не летает или вы? А какого ветра-то? Ветра нету никакого. Вот деревенских сегодня не будет, сказали, потому что у них завтра последний экзамен. Завтра где-то тут вечером приглашайте. О, ребятишек есть куда энергию девать. Вика, вы вдвоем играете, что ты одна-то? Нападай, нападай. Право. Илья, давай! Илья, косой! Тарас! Скотина! Я тебя убью сейчас! Просто держи мяч! Вперед, Ваня, вперед! Давай, Ваня! Выходи из ворот, беги на него, беги на него! Беги, кричи! Блин! Выбивай, выбивай мяч! Выбивай мяч! Бей по нему! Вот так вот! Я два, Ваня, это нечестно, их больше! И у них старше, где вы? Ты вон какой быстрый, чуть гол не забил. Вон, смотри, мяч пошел. Дядя, Никита, руки! Руки! Руки, мама, первый! Иначе! Это вообще Коля, отсюда, Коля! Пинать на свободный удар называется. Коля, иди, честно! Не выгоняй его, Илья! Ну-ка, хватит! Скажи, нельзя, и все. Нельзя руками. Коля, это 9 метров. Коля, извини, пожалуйста. Знаете, Коля, вот когда я была первый год, я тоже не умела играть. Меня все давили, все такое Коля, прочее. Но со временем приходит сила, мудрость и весьма крикливый голос. Тихо, что кричишь ты? Труся. Лилия. Тарас. Коля, извини. Тарас ударил. Тарас, в смысле? Я ударю. А что случилось? У нас же пенальти. Свободный удар, не пенальти. Свободный удар? Все но вышли вперед. Самое, как бы. Все вперед вышли. Все так, вперед. Отойди от мяча 9 метров, отсчитай. Отойди дальше, отойди, отойди, Софья. А то ударит тебя. Все. Брось, беги прямо туда в штрафную. Отсюда. Куда им за Никитой угнаться таким длинным? Сзади! Давай, Никита, забейте уже! Окей! Нет, Володя! Ну и что, какой у вас счет? Два! Подожди, почему какой два? Уже 5-0! Уже 5-0! 5-0! Дядь Володя! Что, выигрывает вас? На вас все надежды! Да что на моя надежда? Да нет, что? Если к вам мяч летит, вы его выпинываете. Валерия, не лазь. Это как
Давай, ногой! Просто прой! Меня держит, меня просто прой! А ты сильнее пинай! Отвали! Ну, молодец! Я говорю, просто брось! Ну, замолчи, надо же! Лилия, борись за мяч, борись за него! Да как я за него бороться буду? Вы нам гол забили! Стоять! Развод! Какой вы нам гол забили? Развод! Идите к себе! Что? Здесь что? Вы нам забили гол, мы разводим мяч, куда вы поперли? Правильно, знаете. Все, давай, разводим. А может тогда ты судьей будешь, раз такой правильный? Коля, Коля, ну хватит вам. Что ты? Ты ногами играешь, а не руками толкаешься. Чтобы над вами издевались, чтобы вы над ними издевались. Ну что, вы пинываете или как? Ну вас вон какие пудели стоят. А у нас тут вот, я, да и все прочие мелкаши. Надо было, мы пока разделялись когда. Да я хочу. Это я выбирала. Нет, я хочу. Атакуй, Ваня, атакуй. Хорошо, хорошо. Давай, сюда ты не поворотся. Серега, бери. Что? Назад бей! Хорошо! Нет! Ну что вы творите? Я, Ники, ну самый большой чемпион, пока я взять маму ногой! Ну что, если три гола? За всю игру три гола боимся! За всю игру три гола! Добро, ну что? Играйте! Хорошо, хорошо! Не борзите, чего все разумеют? А то, ты все равно забьют. Бей, дай здесь, здесь. Боритесь. Здесь, здесь. Да блин. Активнее. Добрый вечер. Да, я звонил, я просто не знал, что у вас завтра экзамены, хотел пригласить. У нас ребятишки тут играют в футбол возле лагеря. Ага. Ну тогда на завтра приходите вечером, даст Бог. А, завтра. Ну все, понял. Ну ладно, Людмила, прости меня. Ага, все. С Богом. У меня вот. Дети возрастом с 8 до 11 лет. А, то есть тебе 11. Нет, я же говорю, не считаю себя. Все, Никита Никита Андреевич пошел на ворота. Так что все. Так, ну что, продолжайте. Дядь Володя, хватит снимать, давайте помогайте. Давай, давай, вот, Никита Андреевич уже встал на ворота, так что можешь выиграть. Так какой смысл, давайте начнем. Хотя бы они вам не забьют. Да куда полезла, я еще не развел. Давай, разводи. Все, развели. Все, пошли! Где был звезд? Нет, никого не поразился. Развели. Рози, играй, играй, играй. Тарасей, футбол играете. Давайте, вперед. Не отвлекайся. Ваня, Ваня, что вы? Вы будете драться? Вперед! Запущу вам. Да, будем драться! Да, блин! Меня сносят, сносят! Я сзади слишком. Так, я думаю, что... Бей сильнее! Ой-ой-ой! Илья! Не сидишь! Илья, ну блин, молодец! Я сзади. Ты попадаешь? Я теперь. Ты сколько? Уйду. Илья! Ой, Коля, что ты стоишь?
Ну ладно. А тебя решить, закончим на сегодня. Слава Христу.